А вот у него тоже есть. Затопил лодки праведный человек, великая месть и неистовый гнев. У бандитов появилось новое оружие. Они построили 3 канонерские лодки и используют их, чтобы совершать налеты у береговой линии. Их надо остановить. Я награжу любого, кто отправится в Treacherous Land и затопит эти лодки. Праведный человек затоплен, да-да-да. Задание поменяй. Окей. Вот это было. А то я бегаю. Ты там рядышком, да? Вроде бежал в один конец, потом надо бежать в другой конец. О, тут рядом, прямо рядом со мной, так что я заберу ее. Только где? А, окей. За забором. Ну все. Сейчас я ему отдам. Чё-то, подожди, еще что у нас там есть? Я сейчас с Еленой Пирс еще поговорю заодно по пути. Так что ты можешь, наверное, бежать туда к ящикам, если... Или она. Окей. Тебе есть что рассказать, ну и что ты натворил? Убей Телларкопа, потом поговори с его триплом. Этот идиот, охотник за сокровищами, идет по следу сумасшедшего археолога, и последствия этого ужасных. Дженнис не был ангелом, но под правлением Тейлора Дженнис Таун еще больше угрозы, чем раньше. Ты все это заварил, так что теперь тебе придется убить Телларкопа. Если это так чертовски важно, попасть на Трэш Коуст. Трипло пропустит тебя, как только коп будет мертв. Глаз Джека. У бедноглазого Джека принеси его глаз как доказательство смерти. Чем вы там с Марксом занимались? Одноглазый Джек окончательно зашел с ума. Мои источники поговаривают, что он собирается уничтожить Нью-Хевен. Единственный вариант — это убить его перед тем, как он нанесет удар. Это все твоя вина. Тебе исправлять ситуацию. Капец, Артем, что мы сделали такого, что мы везде виноваты? Мы как будто, не знаю, по-моему, наклали в писсуар. Ну что это такое? Найди панель управления в глуши и мистера Джонса. Или стали эти ответственными за 11 сентября. Когда-то известный склад топлива за Роскоммонс был давным-давно заброшен. Люди прозвали его глушью. Там имелась панель, но она уже не работает. Взгляни на эту панель управления и поищи сторожа мистера Джонса. Если ты починишь панель... Наверное, починишь, имеется в виду, то сможешь взять пару заданий, которые были доступны до поломки. Дымовые сигналы обследования Old Heaven. Проникни в Old Heaven и спери сведения о дымовых сигналах. Теперь, когда мосты открыты, мы заметили... Это что, сложно? Да. Мы заметили 4 столба дыма, поднимающиеся над Old Heaven. Мы полагаем, что бандиты используют их как сигнал бедствия с тех пор, как они потеряли доступ к Эхонету. Это может казаться ловушкой, но мы не можем рисковать и проигнорировать это. Я предлагаю награду любому, кто приведется в Old Heaven и выяснит, что происходит. А что там сложного? Ну, там ребята бегают такие серьезные. Очень серьезные. Прям 3 гада. Да. Нам нужно, короче, оружие с корзейным уроном каждому. У меня базука есть. Это резон, наверное, туда сходить. Да, пожалуй. Восстановить работу маяков. Дал все еще сохраняет свое присутствие на Пандоре. Они управляют двумя межпланетарными маяками, используя их для космической навигации и связи. Недавно бандиты разместились рядом с маяками, отрубив их. Кто-то должен пробраться туда, уничтожить бандитов и перезапустить маяки. Так, давай сначала отдадим все-таки это задание. Офигеть, у меня сколько заданий сразу, да? То ни одного, то капец все. Спасибо тебе, парень, я знаю, что ты сделал это. Вот это плата за то, что ты умеешь хранить секреты. Не беспокойся, деньги мокрые, потому что я только что помыл руки. Я не буду спрашивать, зачем он это сказал. Ладно, Артём. Выбирай, куда пойдем. В Old Heaven? Нет, не в Old Heaven. В Old Heaven там долго будет, так что... Давай в 3 часа... Лучше, наверное, эти. Давай рыбу пойдем, что ли, мочить? Не, давай глаз Джека сделаем, там уровень 23 нужен. Это надо в Роскоммонс Вест. А, это как раз и здесь есть, по-моему, нет? Нет, это в Роскоммонс Вест. Угу, а потом можно сразу в Роскоммонс Ист. А зачем туда? Там тоже здесь есть 3 задания. Ну там задание основное, которое... до 29 уровня, так что я предлагаю сначала в Роскоммонс Вест скататься, а потом в рыбу замочить. Ну давай так. Ну все, идем. Только я сейчас найду его. Вот.
Пик. Надеюсь, я туда нас телепортировала, а не в другое место, не в начало карты, а в середину. Потому что из начала карты ехать неудобно. С края карты, не сначала. А чё, нету телепорта сразу в Treacherous Landing? По-моему, же есть. Нет, сначала здесь выполним задание, потом там. У нас здесь задание есть. Нет, я нас нормально телепортировал. Надо только посмотреть, куда ехать. А, ну совсем недалеко. Я пока тачку телепортну. Давай, если что, телепортируйся к месту стрелка или тебя подождать. А, вот ты уже здесь. Поехали. Сейчас мы кому-нибудь глаз на задницу натянем, в прямом смысле, по-моему. Так, я правильно еду? Сейчас, погоди, сек. Да. Сейчас надо повернуть только налево. Чёрт. Повернул. Завалил. Все сразу завалил. Сюда? Сюда. Лучше... Нет, по-моему, лучше. Уверен? Да. Выходим только, мы только ну, выходим. Окей. Не знаю, подонок что-то прибежал, начал куда-то смотреть. Тут колесо прокатилось. Что такое пёс стреляет? А, качок идет. Ты не сдох? Нет. Я имею в виду качок. Ты-то понятно не сдох. Ну, блин. Вот глаз Джека я уже забрал. Это было очень быстро, непринуждённо и красиво. По-моему, даже его моя турель замочила. Что такое? Блин, затрахались стрелять. Ух ты, бешеный, ты бешеного Ивана нашел. А там это, коматозного Ильи нету? Или это, молчаливого Артема? Чтобы мы ходили с именными оружиями. Артём, если мы будем... О, тут есть... нет, отстой. Нет, ну надо бы вернуться, но тут нигде нету этой... Точилы, так что... Пешочком? Ну, пешочком, да. Пешочком до ближайшего телепорта. А это, блин, это в таких пикулях. Нам в другую сторону, конечно, Артём. Окей. Кто тачку взорвал? Это был не я. Не знаю. Наверное, это была моя турелька. Спасибо этой игре за бесконечный бег и за то, что здесь отсутствует вот это вот... Из этой Дедланда. Ой, нет, жопу, жопу, жопу у вас, парни. Нет, подожди, оставь, не стреляй в них. Пусть разберется моя турель. А, насрать, убегаем. Пусть старается, бедняжка. А, насрать и на этих насрать. Блин, надо делать, не знаю, как это... Где там тачку телепортировали прямо к месту действия? Не знаю, как в ХЛ, что ли? Чтоб тебе тачку сразу привозили. Нет, Артём, ты все-таки дышишь так. Все такое классное. Да, все-таки ты качок. А я, по-моему, не дышу. Такой. Да, говорю. Где-то тут ящичек был, вот.
Жаркий автомат и говёный дробовик. Печально. Артём, что это было? Чёткий гопник, вот что это было. Нет, я имею в виду с твоей стороны, что это сейчас было? Я просто... Я не могу... Это как раз бешеный Иван. Да, бешеный Иван. Он такой же бешеный, как я, не знаю, как я спокойный и молчаливый. Я пойду наверх, поднимусь, может быть там что-то есть. Там, по-моему, был этот ящик. Ты подожди, да. Подожди, пока телепортироваться. Еще там птички будут. А, насрать на птичек. Если мне память не изменяет. Я же герой. Первый мировой. Первой мировой дебилистичной войны. Первая мировая война из дебилов. А, только пистолеты. Да что такое? Одна птичка к тебе летит. Уже две. Пусть летает. Я им поставил тут. Тут есть фиолетовый... Ух ты, ни хрена себе! Вот это я нашел. Что нашел? Дробовичок? Нет, пистолет с уроном 152. Так, сейчас твоего посмотрю. Кабальтовый змей. Где он? Вот, кабальтовый змей. Он, блин, намного лучше, чем то, что у меня сейчас есть. Не-не-не-не-не, зачем? Почему ты убрал-то его? Фига себе, как он выглядит. Просто какой-то убер-друпер. Убер-дупер, супер-пупер. Секи продам, все, что мне не надо. Да. 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 Это тоже можно выкинуть. Ну все, я готов. Три числа, давай. Ну... Я не то нажал просто. Илюша. Давай, нажимай! Что? Нажимай! Не кричи на меня! Нажимай, нажимай! Нажимай! Ты что, раскричался? Это где вообще? Три часа... А, это... Ой, господи, это такая жопа. Да. Жопа мира просто. Сек, только... Давай сначала затопим эти... лодки. Блин, в какой они жопе! Не, на самом деле, говно пистолет. Или может у меня просто это, уровень пистолет... владение пистолетов плохой. Сейчас-ка я гляну. Да, не очень пятый. Артём, хватит на кусочки всех распиливать. Профессия обязывает. Ау. Ну вот, как всегда, мне тебя выручать. Погоди, погоди. Я тебя вылечу. Тут моя пушка прикрывает, так что насрать. Отходи назад сразу под пушку. Ну и зачем? Там кого-то расплющило, Или не знаю, что с ним сделала. Разъела и дезинтегрировала. Какой романтичный вид. Нас стреляет, а я выбираю в это время. А, прямо здесь можно взрывать. Офигеть, сколько за ним. Столько XP дали. XP.
Артём, только стой тут. Фак. Я буду рыбу собирать. Рыба, рыба. Сейчас слева надо. Граната укус вампира, отстой. Рыба повплевала. А это что такое? Вот ее, она зелененькая, светится. Угу. Че, еще не все? Еще можно кинуть? А вот еще одна. Давай к следующему. Нам все равно за лодками надо идти на самый дальний конец карты. Блин, меня заглючило. А потому что испытание выполнено Б и мне дали ачивку. Наверное, замочил много-много людей с этого. С электричеством. Блин, я электрическим оружием вообще не пользовался. Всю игру пользуюсь турелью, и еще не дали ачивку за выполнение, за убийство 15 человек при помощи нее. Что такое? Я же ачивка-дрочер. Я же буду грустен и печален, если мне не дадут ее. Ни хрена себе, вот этот дальнобой. Браток, подсоби. Сзади, сзади, сзади. Твою мать! Так, я бегу. Мне саму кто-нибудь подсобил? Было бы вообще классно. Беги ко мне! У меня тут турелька, оборона, все дела. И бочка, которая взорвалась рядом со мной. Меня поднять. Я был бы очень счастлив. Потому что меня выносят только бочки, по-моему, во всех играх. Да я уже не успею. Бегу, бегу, бегу. Да все уже. А-а-а. Там закончилось время. 24 305 долларов у меня забрали. Вы чё там? Охерели совсем, что ли? Нет, мне не нравится мой новый я. Я хочу старого меня.